Девичник уже давно стал явлением многогранным, выйдя за рамки предсвадебных посиделок. Сегодня так называют любое событие с участием большого количества девушек. Особенно популярны в последнее время бьюти-девичники, где говорят не только о моде и косметике, но и других не менее важных вещах. Каждый раз у нас меняется тема девичника, и стараемся более интересное что-то привнести в последующий. Идея была такова, чтобы организовать более полезное мероприятие для девушек в пятницу вечером. В числе спикеров – стилист, астролог, специалист по гармонии пространства, косметолог, визажист. Этот день подарил возможность побывать на мастер-классах и даже получить индивидуальную консультацию. Я буду рассказывать простые секреты, как добавить изобилие в дом. Как раз таки простыми, элементарными вещами, как это можно сделать. О том, как переставить тумбочку, диван или еще что-то, чтобы было много энергии, здоровья, прекрасные отношения и много денег. Сегодня я буду рассказывать о финансовой сфере, как привлечь денежный поток и как астрология может в этом помочь. Потому что кроме личной жизни, вторая по популярности тема – это именно финансы. Многие привыкли думать, что астрология – это больше гороскоп, по которой мы смотрим по телевизору, более такие краткие, по радио. Но это совсем не то. Индивидуальная консультация, она раскрывает очень много информации. Лайфхаки, чтобы выглядеть молодо и красиво, можете протирать лицо кусочками льда, кубиком льда. Оно будет всегда выглядеть свежо, молодо, не будет никакой отечности, раздражения. Также можно делать, такое пилинг в домашних условиях, брать лимонную кислоту в минимальных процентовках, также смешивать с тоником или лосьоном и наносить на лицо. Кожа также будет выглядеть потрясающе и всегда свежо. Бьюти-девичник в последнее время превратился в отдельный жанр презентации, мероприятие, в рамках которого можно получить большое количество новых идей и советов, обсудить их с подругами и применить на практике. И все это за несколько часов, что ценно в наше динамичное время.